«Человек и война. Нерассказанная история». Так называется выставка, которая открывается в Москве в Музее современной истории России. Вся Великая Отечественная через эпизоды из жизни конкретных людей. В экспозиции сотни подлинных вещей, документы, фотографии. Некоторые материалы долго были засекречены. Одним из первых выставку осмотрел председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Не случайно на выставке представлены письма простых польских граждан, которые благодарили бойцов Красной армии, защищавших Сталинград и победивших в этой великой битве на Волге, битве, которая стала началом перелома и не только в Великой Отечественной войне, но и во Второй мировой войне. Очень хочется надеяться, что и потомки тех поляков, которые писали эти откровенные письма, хранили память о нашей общей победе. Для широкой публики выставка «Человек и война. Нерассказанная история» откроется завтра. Она будет работать до конца июня.